Привет, ребята. И начинаю свой день, влог. Сегодня у нас четверг. Предпоследний день, когда будет массаж у сына. А сейчас я буду завтракать. Завтракаю, как обычно. Так что всем приятного аппетита. Пришла, помыла голову, пока Максик спит. Это вообще не очень мне нравится. Кстати, мне нужно было срочно купить шампунь. Я купила, короче, его в магните. Он называется Планета Органик. Он выглядит вот так. Ребят, я вам скажу, что мне он очень понравился. Он стоит всего 100 рублей. Классная вообще шампунь. Ладно, буду мыть голову. А на обед у меня картошка по-французски. У нас на улице выпал снег. Немного. Красиво, но я не хочу зиму. Напишите в комментариях, кто любит зиму, кто не любит. Душ. Ой, душ. Голову помыла. Сейчас вот сижу, жду массажистку. Максик тоже уже скоро проснулся. Он уже часа два спит. Это хорошо. Но я до этого очень сложно его успела. Вот, сейчас, наверное, хочу накраситься. Не знаю, пойдем мы ли гулять сегодня или нет. Посмотрим по погоде. Сегодня будем делать вкуснятин вечером. Я сейчас сделаю обложку, наверное. Да. Еще может... А, я, наверное, сейчас... а, ну я не успею повырезать. Сейчас только разложу все. Я еще буквы все не довырезала, так как не было времени. Вот. Я успеваю это поесть только, когда Макс спит быстро-быстро. Я сегодня утром поела за 3 минуты, или не за 5 минут. Я знаю, что быстро это не полезно, но, наверное, мамочки, которые меня смотрят, они понимают, что такое, когда маленький ребенок быстро кушает. Все, Максик от массажера. Я, смотрите, какую причесочку себе сделала. Все у меня красивенько тут. Мне нравятся вообще такие прически. Потому что скоро пойдем готовить, чтобы волосы не попали в еду. Ах ты, сестрик. Хочет открыть. О, господи, все надо попробовать на зуб. Скоро придет босс. И будем мы готовить салатик, уже придумали. Завтра у нас пятница. Не знаю, в субботу какие-то планы будут или не будут, так как в субботу он работает, муж. Не знаю, посмотрим, может, к родителям пойдем, посмотрим. Ползунок. Ползунок. Конечно. Макся. Ползать надо, не сам не вставать. Муж пришел, принес продукты, которые нам нужны для готовки. Посмотрим. Это вот мы покупаем магнит у нас в отделе, где продаются всякие дрожжи и все такое. Называется хлеб ромашка. Морковка. Бананы. Лук. И две баночки сайра. Готовить мы будем мимозу. Сейчас пойду ставить, вариться картошку и морковку. И все, больше для нее вариться ничего не надо. Тогда, в общем, а, еще яйца. Максик у нас икает. Сейчас я буду резать лук. Ну, в тарелочку все выкладывать. Мимозу. И кота, перейди на Федота, да, сына? Кошечка.
Вот мой наш салатик мимоза готов. Будем кушать. Макс опять куда-то пополз. У него вечерний забег. То приготовили салатик, я приготовила. Сейчас, наверное, будем смотреть сериал. Возможно, потом помоем 9 часов сыну. И будем ложиться спать, как всегда. То есть обычный день, можно сказать. Ладно, всем пока.